Здравствуйте, дорогие мои, с вами Комнатный Рыцарь. Как вы могли заметить, на обложках некоторых видео имеется здесь или вот здесь лента определенного цвета. Мы решили сделать систему лент, которая обозначает определенные видео определенного формата, который мы подаем, потому что у нас слишком разобщенные видео, даже не разобщенные, а мы слишком сильно разбрасываемся. Мы говорим и про историческое фехтование, про ролевые игры, настольные стримы, опять-таки, различные ведем, и решили так сделать. Почему мы решили так сделать? Господа, даже те, которые не курят, сами знают. Вот вопрос. Что обозначают красная, синяя и серая лента на пачке сигарет? Ну вы сами поняли, это обозначает их крепость. То же самое и объясняют наши ленты. И поэтому сейчас я расскажу, что объясняет каждая лента, которая в дальнейшем будет появляться на видео. Салатовая лента. Салатовая лента посвящена настольным играм, настольно-ролевым играм и все, что с ними связано. Будь то стримы настолок, будь то обзор на настолки, либо даже объяснение каких-то моментов в правилах. Мы в дальнейшем собираемся делать видео о том, как отыгрывать за определенный класс, за определенную расу, для того, чтобы новичкам в настольно-ролевых играх было удобнее. То же самое это будет касаться и ролевых игр живого действия, но все равно в основном это касается настолочек. Красная лента, ИСБ. Как бы я не хотел отвертеться от этой темы, ссылаясь на то, что имеется у нас уже Сергей Уколов, Марина Головина, Максим Юм присоединился, между прочим, человек тоже из сборной. Но ИСБ меня не покинет. Получив люлей однажды в Свияжске, я хочу еще. Да, Свят, давай в следующем году подеремся. Поэтому тема ИСБ будет все равно раскрываться. Будь то посещение турниров, обзоры новинок какого-либо снаряжения, либо опять-таки какой-нибудь резонанс в плане правил, если вдруг произойдет. Например, стандартизация доспехов для Китая. Серая лента. Эта лента обозначает аудиокниги, аудиорассказы, в общем, все, что связано именно с озвучкой книг. Я начал наш канал начал сотрудничать с группами, посвященной творчеству Говарда Лавкрафта и хоррора вообще. Ну, поэтому мы частенько будем выкладывать аудиокниги данных авторов. И да, Conan под Stoner Metal тоже будет. Синяя лента. Она будет посвящена антуражным походам, DIY, то есть do it yourself, то есть делай что-либо руками, и исторической реконструкции вообще. Мало кто знает, вот такой забавный реконский камин-аут, я вступил в клуб Фонтерия, поэтому будет достаточно много видео, посвященных 15 веку, и опять-таки антуражные, приятные, неторопливые видео с Living History фестивалей. Я знаю, вы это такое любите, поэтому тоже данная тема будет раскрыта. Оранжевая лента. Оранжевый цвет, он самый вкусный. Цвет спелого апельсина, жареного свиного шашлыка. Это цвет синего заезда. Тем более, надо же как-то перед тем, как вы смотрите это видео, посвященное кухне, разогнать ваш аппетит. И фиолетовая лента. Она посвящена подкастам и интервью. Интервью с различными людьми, которые могут вообще даже не касаться темы исторической реконструкции. Например, если это писатель или что-то подобное. В общем, тем более рубрика «Два стула» очень многих заинтересовала. Поэтому большие длинные интервью о людях из движухи или не очень будут тоже появляться на канале и обозначаться фиолетовой лентой. Зеленая. Тут все понятно. Зеленая посвящена ролевым играм живого действия и все, что с ними связано. Как вы видели, уже несколько вышло видеороликов, посвященные ролевому вооружению, организации быта на ролевой игре и питание. Подобные видеоролики, точно так же, как и отчеты с посещенных нами ролевых игр или посещение, например, ролевых маневров, это все тоже будет находиться под зеленой, родной нашей цвета леса лентой. Небольшое наставление. Иногда темы могут быть смежными друг с другом. То есть, например, если я пойду на турнир по дуэльному фехтованию, который очень у многих часто ассоциируется как раз именно с ролевыми играми, это все равно будет как раз именно находиться под красной лентой. Потому что все-таки лента ИСБ, она будет посвящена любым спортивным именно мероприятиям, в том числе даже и стрельбе из лука.
Также могут появиться и новые ленты. В случае данного появления какого-нибудь непонятного цвета, там белый или еще какой-нибудь, мы обязательно будем давать пояснение, какого цвета эта лента. Также мы сделаем удобную шапку, которая будет висеть у нас на YouTube-канале с прямым обозначением, что это за лента. Точно так же это будет написано в описании, чтобы вы не путались. Это все, что я хотел рассказать вам про систему лент, которую мы вводим на данном канале. Спасибо, что смотрите нас, спасибо, что пришли на наш канал, если вы только пришли сейчас к нам. Подписывайтесь, ставьте лайки, становитесь спонсорами. И до новых встреч. Ави Мария.